время перемен «Весна» принесла в торговый центр «Гулливер» обновление. В день космонавтики открылся на втором этаже новый женский салон «Камильфо», предлагающий девушкам и женщинам новинки капризной моды. Полный весенний гардероб от юбок и брюк, оригинальных блуз и туник до интересных вариантов праздничных платьев вы найдете на втором этаже в салоне «Камильфо». 16 апреля – открытие студии красоты «Гламур». А по соседству уже открыт мультибрендовый салон женской одежды Forza Viva, предлагающий модели итальянской моды, бижутерию, отличные сапоги и сумки. Любимый детьми и их родителями салон Born изменил свое местоположение. Найти его стало проще. Поднимаясь по левой лестнице на второй этаж, вы окажетесь прямо перед входом. И яркая, и нестандартная весна в одежде ваших малышей – вам гарантированно. Многим оригиналам понравится и симпатичный отдел мягкой игрушки «Мурашки», расположенный напротив салона «Борн». Идея для веселого и нужного подарка – симпатичные мягкие игрушки и забавные животные с специальным наполнителем, который способствует развитию моторики ручек ребятишек, имеет антистрессовые свойства, да и просто может стать дополнением вашего интерьера. А на первом этаже торгового центра «Гулливер» вы без хлопот сможете угоститься чашечкой отличного чая, кофе или горячего шоколада. Автомат с великолепными напитками располагается у эскалатора рядом с универсамом «Перекресток». Сделать необходимые срочные фотографии на документы, а также приобрести билеты на премьеры спектаклей фестиваля «Золотая провинция» вы можете на первом этаже центра. Самый крупный и гостеприимный торговый центр нашего города приглашает вас на праздничную программу «Пасха», которая состоится в воскресенье 5 мая в 11 часов. Шутки и песни, много подарков и хорошее настроение обеспечены. Весна вошла в торговый центр «Гулливер». Приходите вы в «Гулливер». Здесь вам всегда рады!